Что он делает? Неужели он нас заметил? Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, вы видите, у меня в руках Скай из Щенячьего патруля. Кстати говоря, вы знали, что скоро выходит супер крутой блокбастер фильм из всех фильмов? Наконец-то Щенячий патруль в кино. И сегодня мы попробуем из этой новости сделать какой-то хайп, тренд, просто трэш. Короче говоря, вы все знаете, что со мной снимается моя собака Лаки, которая сейчас убежала, но она придет и будет сниматься. В общем, меня посетила в голову такая сумасшедшая просто идея. А что, если в 3 часа ночи призвать Майкла Майерса, ребята, в 3 часа ночи призвать Майкла Майерса и подкинуть ему эту милую Скай. Но она совсем не милая, вы же знаете, что это именно тот проклятый щенок с сайта Darknet, который мы заказывали. Все внутренности из этой куклы Вуду мы вынули, и она безобидная до поры до времени. Просто сейчас я хочу призвать Майкла Майерса и подарить ему этого щеночка. Посмотрим, что из этого получится. Потому что говорят, Лаки, иди сюда. Потому что говорят, что никогда не подкидывай щенка монстру, друзья, в 3 часа ночи, иначе случится просто непоправимое криптовое. Короче, ребята, ладно, я не знаю, перед началом 3 ваших самых топовых комментария, погнали. 1, 2, 3, Пау, если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши, чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мой видос. Ребята, а мы начинаем. Щенячий патруль Скай против Майкла Майерса. Только на канале Королевы Мистики. Погнали! Итак, ребята, у нас здесь есть немного собачьего, щенячьего корма. Вы видите, это для Скай. Сейчас будет двойной вызов духов. Вы когда-нибудь это видели? Понимаете, вот у меня есть 2 планшетки и 1 доска для вызова духов. Одной планшеткой я буду вызывать Майкла Майерса, другой я буду призывать жизнь, внедрять жизнь в Скай и щенячьего патруля. В маленькую, казалось бы, безобидную собачку, у которой абсолютно нет глаз. Посмотрите, ее рот кровавый и разрезанный. В общем, жуть, здесь одни швы. Не дай бог такого щеночка, чтобы вам подкинули. Скорее всего, вы не будете его любить. Хотя, если пожалеть, ну, она реально злая. И сейчас вы все это увидите своими глазами. Хорошо, ладно. Майкл Майерс, приди. Скай из щенячьего патруля, приди. Майкл Майерс, приди. Скай из щенячьего патруля, приди. Майкл Майерс, приди. Скай, щенячьего патруля, приди. Скай. А! Черт! Ты слышал это? Блин, как будто бы током ударило. Вы слышите, ребят? Жесть, походу в нее возвращается жизнь. Надо выбираться. Так, погоди, нам нужно ее прикормить, чтобы она была на нашей стороне. Сейчас еще придет Майкл Майерс. Давай оставим ее на дороге. Погоди, короче, погоди. Сейчас. Скай. Окей, все нормально, отлично, ребята. Она теперь не бьется током. Скай, это тебе. Скай, пожалуйста, это все для тебя. Я знаю, ты голодная. Пожалуйста, сейчас придет Майкл Майерс. Скай из щенячьего патруля, защити меня от него. Ребята, погнали. Нам нужно где-то здесь найти Майкла Майерса. Он полюбас уже ходит где-то здесь, потому что моя доска для вызова духов всегда призывает вовремя этого монстра. Лаки, иди ко мне. Вот, ребята, кстати, моя собака Лаки, она тоже похожа на одну из собак из щенячьего патруля. Кстати говоря, на кого, ребята, как вы думаете, похожа моя собака Лаки? А ты что, с ума сошла? Ты что? Слушай, тихо, тихо. Лаки, блин, в нее как будто бы вселился бес. Слушай, посмотри. Она набрасывается на камеру. Нет, Лаки, фу! Черт, она разорвала мне руку. Не может быть, Лаки, фу! Может быть, жесть. Смотри, она прибежала из леса. Слушай, может да. быть, ее укусил Майкл Майерс. Блин, возможно, заразил Майкл Майерс. Она разодрала мне просто полностью руку. Нет, Лаки, господи, нет, пожалуйста. Лаки, фу, фу. Лаки, очнись, пожалуйста. Черт. В мою собаку вселился бес. Это Майкл Майерс. Лаки, пожалуйста, Лаки. Лаки, Лаки, нет. Лаки, фу. Жесть, она кусает, она, посмотри, она расцарапала мне все руки. Тихо, тихо, Лаки. Жесть, посмотри, какие следы. Она расцарапала мне все просто руки. Тихо, тихо, Лаки. Девочка,
Ребята, нам нужно успокоить Лаки, потому что мне кажется, в нее вселился дьявол. Лаки, посмотри мне в глаза. Это Майкл Майерс. Покинь этот мир. Черт! Лаки, ты где? Дима, что с тобой? Черт! Ребята, жесть. Дима, ты где? Жесть. Дима! Господи, ребята, что происходит? Дима исчез, Лаки исчезла. Возможно, что-то мы сделали не так. Почему монстр вселился в Лаки? Почему он исцарапал меня? Посмотрите, все руки до крови. Блин, короче, кто здесь? Блин, я что-то слышу в лесу. Нужно проверить Скай. Ребята, нужно проверить Скай. Черт. Скай? Ты здесь? Скай, ты здесь? Жесть, ребята. Посмотрите. Скай все съела. Или раскидал весь этот корм. Он ей не понравился. Жесть. Кто там? Ребята, тот идет. О, господи, нет, черт! Это Майкл Майерс. Жесть, ребята, это реально Майкл Майерс. Я не знаю, что мне делать. Лучше бежать, ребята. Кива, лучше бежать. Черт. Жесть. Возьми щита. Черт, убегаем, мы отвлекли его. Жесть. Черт. Ребята, мы в лесу. Нужно где-то спрятаться. Жесть, скорее, ребята, скорее. Он бежит за нами. Мы отвлекли его. Лишь Скай, щенячьего патруля. Скорее бежим сюда. Я чувствую, что он бежит. Ладно, ребята, спрячемся здесь. Жесть. Я надеюсь, что он нас не найдет. Тихо. Жесть. Ничего не видно. Неужели он нас заметил? Ребята, нет. Кажется, он прошел мимо. Кажется, он уходит. Что он делает? Что он рубит? Он рубит Скай. Жесть, ребята. Это невозможно смотреть. Он отрубил Скай голову. И щенячьего патруля. Блин, нет, он меня заметил. Черт! Ребята, это наш шанс. Бежим скорее. Черт. Майкл Майерс, покинь этот мир. Черт! Он здесь! Скай, убирайся! О! Жесть! Скай жива, целая. Посмотрите, какие ножи. Передо мной лежит
Майкл Майерс. Самое время узнать, что и кто под маской Майкла Майерса. Друзья, под маской была полная жесть. Я не могла показать этого, потому что YouTube по-любому бы заблокировал это видео. После этого Майкл Майерс сразу убежал. С вами была я, королева мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока.